Журналисты медиапроекта «Важные истории» проанализировали статистику по преступлениям за 2019 год. Согласно судебным данным, самое распространенное правонарушение среди российских пенсионеров – кража. Зачастую ущерб от такого рода преступлений был незначительным. В третьей случае сумма украденного имущества не превышает 2500, а в половине эпизодов 5000 рублей. Пенсионеры, как правило, крадут продукты питания или вещи первой необходимости. Несложно догадаться, что на подобный шаг пожилых людей толкает нищенская пенсия и социальная незащищенность.